Все хотят занять первое место, но никто не любит сам процесс. Все хотят стать чемпионом, но никто не готов приложить усилия, чтобы им стать. Все хотят поднять трофей и сказать: «Я сделал это», но никто не хочет вкладывать труд, который для этого нужен. Мне нравится процесс. Мне нравится мысль о том, что нужно работать ради того, чего я хочу. Я твердо убежден, что никогда нельзя желать больше, чем ты готов работать для этого. Но многие люди желают, но не готовы работать. Настоящий человек в темноте, когда никто не смотрит, он работает. Потому что ему нравится процесс. Потому что настоящие львы любят охотиться. Они любят процесс так же сильно, как и трофей. А некоторым из вас нужен только результат. Вы не любите процесс. Чемпионаты не выигрываются в театре или на арене. Они выигрываются тысячами часов в тренировочном зале и пробежками в 5 утра, когда идет дождь, когда все остальные спят. Вот тогда они выигрываются. Я здесь сегодня, я обычный человек, но я сосредоточился на своем увлечении. У меня было жгучее желание стать отличником. Я люблю то, что я делаю. Это мой кислород, это мое ДНК. В 4 утра я встаю и занимаюсь своим делом, потому что люблю его. Это скрытая работа. Я смотрю на это как на скалу, а скала — это вы. И каждый день ты борешься, не желая вставать. И все равно встаешь, отламываешь еще один кусок от этой гребаной скалы. И каждый день вы идете на тренировку, вы тренируетесь упорно. И все эти вещи вы делаете, чтобы начать формировать себя. Вы отламываете еще один кусок от этой скалы. И прежде чем вы узнаете, что скала становится шедевром, в которой вы творите. Сердце чемпиона — это выключатель, который всегда включен. Он не включается, не выключается, когда кто-то смотрит. Это постоянно. Это то, как вы смотрите на что-то, если ваше имя связано с этим. И вы делаете это правильно, в меру своих возможностей, каждый раз. Делаете работу правильно или не делаете ее вообще. Это тот же человек, у которого однажды поднимется рука на трибуне. Это то, что я делал в темноте. Это в тренировках. Это в поднятии тяжести. Это в отдыхе. Это в правильном питании. В принятии правильных решений. Чтобы выглядеть определенным образом. Это то, как вы тренируетесь. Именно то, что вы делаете, заставляет вас выглядеть так, как вы выглядите. Это процесс шлифовки, который развивает вас и формирует вас. Настоящий труд в темноте, когда вас никто не видит, когда никто не знает, что вы делаете, когда вы делаете дополнительные повторения, когда вы смотрите видео и вдохновляетесь, когда вы меняете свою музыку. Это процесс, который делает вас прекрасным. Я говорю об обстоятельстве, которое говорит: я собираюсь стать верным тому, что я сказал, что я буду делать еще долго после того, как настроение, в котором я это сказал, уйдет. Так что какой бы ни была ваша мечта или цель, вы должны просыпаться с ней каждый день. Вы должны ложиться спать с ней. Вы должны читать. Музыка, которую вы слушаете, все, что вы делаете, должно быть направлено на эту мечту. Я понимаю, что в процессе вы становитесь лучше. Я не обладаю феноменальным мастерством, но у меня феноменальная воля. Мой IQ, может быть, никогда не изменится, но моя воля меняется каждый год. Я становлюсь сильнее, сильнее и решительнее. Почему? Потому что это в моем ДНК. Когда вы посвящаете свою жизнь, вам плевать на шансы. Когда мечта достаточно велика, шансы не имеют значения. Отдавая все силы, посредственные люди могут сбить с толку. Когда они говорят гадости, вы продолжаете работать. Трудитесь молча, и пусть ваш успех говорит за вас. Вы продолжаете говорить гадости, а я буду продолжать работать. Вы продолжаете фокусироваться на всем и на всех остальных, а я буду продолжать работать. Вместо того, чтобы убивать их добротой, поджигайте их гребаным успехом. Постройте такую жизнь, чтобы сказать: я же тебе говорил, не сказав при этом ни одного гребаного слова. Большинство людей останавливаются, когда устают. Я остановился, когда закончил. Единственное, что ограничивает твои горизонты, это ты.